Однажды в Новый год вы с друзьями вырвались в Таиланд. И понеслась. Загар до хрустящей корочки, коктейли до икоты, танцы до упаду, трусов. Бабах, утро! 3 недели позади, а ваш паром отходит через час с противоположного конца острова. Тут-то и начинается игра «Наши в Таиланде». В игре 6 персонажей. Кто быстрее доберется до парома? Ведь место там осталось всего одно. По пути может произойти все, что угодно. Вы можете попасть в джунгли и заблудиться там, либо же напороться на стадо макак, которые отволокут вас на несколько клеток назад. Пляж на острове также небезопасный. Вам на голову может упасть кокос, и до конца игры придется заикаться. Или же вы можете перегореть на солнце, айкайте каждый раз, когда к вам прикасаются другие игроки. Если же вы попали в кафе, готовьтесь заплатить за пересадку кишечника, если съели что-то не то. Либо же заплатите за старого друга, который шикарно заказал, отлучился в туалет и был таков. В магазинах вас также поджидают сюрпризы. Если вы плохо знаете английский, вы рискуете вместо ананаса купить резиновые сапоги. Либо же наоборот, заработать, перепродав соседям по отелю купленное днем в магазине спиртное, но уже дороже. По пути к заветному парому вы случайно можете забрести в храм, где заботливые монахи снабдят вас полезными свойствами избегать козней ваших соперников или же самим строить козни. Ну да, все тут друг другу строят козни, поскольку ночевать на пристани, укрывшись кокосовой скорлупой, занятие далеко не из приятных. Бегом! Наши в Таиланде! Потусил? Теперь расплачивайся!